У Жанны Фоминцевой вторая неделя реабилитации. Коронавирусную инфекцию у женщины диагностировали в конце сентября. Ковид дал осложнения не только на легкие, но и на печень. После лечения в стационаре горожанка приобрела путевку в санаторий «Шинник». Для каждого пациента здесь уникальная программа. Первый в списке – кислородный коктейль. Ну вот за неделю пребывания вот в санатории, конечно, у меня уже лучше стало состояние, был очень высокий пульс. Вот сейчас уже он как-то стабилизировался. Лучше уже как-то стала себя немножечко чувствовать, потому что неделю назад я просто не могла даже ходить. Постковидная реабилитация включает в себя особую дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру с упражнениями на крупные группы мышц, основная задача которых – улучшить кровоток и повысить выносливость к физическим нагрузкам. Начнем мы с дыхательного упражнения. Исходное положение. Ноги по ширине плеч. Занятия проходят каждый день. Группы небольшие, до 5 человек. ЛФК длится всего 15 минут, но результат налицо. Медики отмечают, отдыхающие настроены позитивно. Изменения в теле и эмоциональном состоянии видны уже спустя несколько тренировок. Влияет на повышение общей выносливости организма, работоспособности. Это увеличивает кроволимфообращение в легких, в легочной ткани. Это профилактика различных осложнений, особенно при длительном малоподвижном образе жизни после длительной болезни. Это навыки правильной осанки, закрепление навыков правильной осанки. Мощное средство для улучшения кровоснабжения и повышения иммунитета – внутривенное лазерное облучение. Ощутимый терапевтический эффект наступает после 2-4 сеансов и сохраняется в течение полугода. Продолжительность лазерной терапии – до 30 минут. Есть и другие, не менее эффективные процедуры. Популярный метод лечения – спелеотерапия. Сеанс длится 20 минут. Воздух похож на морской. С его помощью легко можно бороться с заболеваниями дыхательных путей. Санаторий «Шинник» пользуется спросом не только у белорусов, но и у жителей России, Израиля, Казахстана и Украины. Цена путевки варьируется от 830 до 1300 рублей. В стоимость входит психологическая реабилитация, водолечение, ингаляция. Сама здравница рассчитана на 200 мест. Сейчас свободных всего 8. Приглашаем всех желающих в санаторий «Шинник» для восстановления после перенесенной ковид-инфекции. Программа включает комплекс лечебно-оздоровительных и диагностических процедур. Длительность программы около 14 дней. По статистике, более половины людей, которые перенесли коронавирус, продолжают бороться с его последствиями даже спустя несколько месяцев после острой фазы. Всемирная организация здравоохранения детально описала признаки постковидного синдрома. Среди главных названы одышка, повышенная утомляемость и нарушение памяти. Сегодня восстановлением здоровья в Беларуси занимаются порядка 70 санаториев. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.